Всем привет, ребят! Сегодня мы на аккаунте моего подписчика Ильи, и сегодня мы будем рулить под коллекционера, где пятый. Где падает пятый психосит? Что-то сегодня заговариваюсь. Вот устал немножко. Так. Вот такой вот коллекционер. В принципе, падает неплохо сегодня. Ну так относительно кому как. Командора. Изворотливость, воодушка пятая, неплохо. Ну, самое основное 15 слизней, в принципе, где-то в районе 42 тысяч в среднем собираются. Пятый психи и седьмой СО. Так, молоденький аккаунт, бездонатный, то есть самоцветики у нас накопленные. В принципе, неплохо. Поехали посмотрим, что у него вообще творится по героям. О, тут надо много героев, вот такое я люблю ролить. Так, стрелок Фрея, командора, неплохо у него, кстати, герои есть, Асура, Махатма, Рогатка, Буги, в общем, хороший набор нужен. Находится в гильдии Тагил, босс 4, 20.00, 28, с 20.00 по 20.08, МСК, БГ, минималка. А, все, разобрался, прочитал правильно. БГ минималка 1200, пропуск БГ Кик, факел 2045, телега Андрей, 3Х НТ, ВК, гильдия Тагил, битва замка, вот так вот. Отметились за него, поехали посмотрим героев. Что у него интересного сегодня мы увидим. Так, тыковка. Ремка Берс, интересно, Ануб хорош. Афинка, блин, неплохой аккаунт. По талантикам я вам скажу, очень и очень даже ничего для начинающего бездонатного аккаунта. Ну, в принципе, очень-очень даже. Даже очень и очень. Хорошо, пошли мы уже по второму кругу. Поехали. 45К. И сразу же. Арташка. И сразу же Фрэнки недостающий. Арахимка. Что это творится на бездонатном аккаунте? Что это такое, что? Атлант. Укротитель. Вот оно, как бездонаты живут. Просто жесть. Бигфут, Дед Мороз, бульдозер. Это жесть, ребят. Посмотрите, что здесь делается. Еще один атлант. Да ладно. Ронин. Офигеть. Осыпет, конечно, круто. Это все музончик. Тыква. Рино. Ну, блин, что я могу сказать? Ну, интересно, хоть кого-то недостающего ему достали или нет. Так, стрелок командора, ну, у него все это есть, а герой, а, ну, только Фрэнки, единственное, кого мы достали недостающего, это Фрэнки, ну, конечно, она падала, просто офигеть. Ну, Бигфут у него есть повторки, зато повыбивали, конечно. Так, окей, поехали на второй заходик. Смерть, капитан Дрейк. Ты
Призрачный. Малышник, королева гарпи, кстати. 3 имбы, но одна точно. Индия. Блин, жестко, конечно, легенды сыпят тут. Думаю, что у него с аккаунтом. И вот тут какой-то подкрученный аккаунт, походу. Мы собрали уже слизней. 14-15, ребят. 10к осталось. Жесть. Просто жесть. Так, ускорились отлично. Let's go. Надо имба, дракос, ну дракос, блин, не имба, за 35, это 35-36к, а Анубис вот так вот, офигеть, ну я не знаю, блин, насыпало, конечно, жестко, к сожалению, мы не выбили пока что, это пока что недостающего, только одного Фрэнки, посмотрите, сколько легенд нападало, напишите кто-то в комментах потом, сколько легенд упало, ну реально упало дофигища. Анубис, либо повторочка, я бы, конечно, наверное, оставил бы второго, сделал бы, не делал бы там как повторку, ну, точнее, как повторку героя сделал, но не прокачивал бы за карту, второго бы качнул, ну, поехали. Смотрите, смотрите, как студеные падают, офигеть. Еще и Валентина в конце, ну, я считаю... Офигеннейший роллинг, конечно, достали только одного Фрэнки, но, блин, реально очень круто. Так, собрать, собрать, собрать и собрать. Так, поехали посмотрим, что там у нас. Откроем этого Фрэнки. Психощит на бездонатном, это вообще огонь. О, отлично, смертушки у него не было. Так, психощит, в принципе, он сам откроет. У нас еще что-то застряло тут. Карточка. Сейчас мы почистим, что-то откроем еще. Опять места не хватает. Ну что ты поделаешь-то, а? Оу! Имба, бульдозер. Но череп. Фараон. Не хотят они черепа что-то давать. Самое основное. Да блин. Ладно, еще яйца откроем. Самое основное это вот это. Пятый психощит для бездоната. Конечно, если бы он настолько был востребован уже, как раньше, но все равно я считаю это очень-очень неплохо. Так, где там наши герои? Так, Ара, Дед Мороз. Ну, посмотрите, как неплохо мы так прошлись. Анубиса даже вытащили. Хотя у него есть еще одна карта Анубиса. Так, Фрэнки мы открыли. Ну, упало как упало. Ничего не поделаешь. Самое главное, что собрали ему все, что надо было. Так, Фрэнки. Тык. Супер.
Два топовых таланта для Фрэнки. Правда, то, что первого уровня. В принципе, все, ребят, вот такой вот роллинг, в принципе, получилось очень-очень даже неплохо. Натащили мы дофига героев. Правда, не тех, что надо, но все-таки натащили. Самое основное, собрали коллекционеров. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.